28 мая состоятся выборы депутатов местных кенейшей Кыргызстана. Голосование проводится с 8 до 20 часов. Для идентификации личности предъявите ID-карту и сверьте свои отпечатки пальцев у оператора ГРС. В случае непрохождения идентификации по отпечаткам пальцев рук, избиратель проходит идентификацию по лицу посредством применения камеры для сканирования. Предъявите чек члену избирательной комиссии для получения избирательного бюллетеня и поставьте свою подпись в списке избирателей. Заполните бюллетень в кабинке для голосования. Опустите его в соответствующую автоматически считывающую урну лицом вниз, при этом сохраняя тайну голосования. Если вы сдали биометрию, но в день голосования не обнаружили себя в списках, обратитесь в справочный центр ГРС на избирательном участке или позвоните по номеру 119. Также вы можете отправить бесплатное смс-сообщение на короткий номер 119 с указанием пин номера избирателя. Вы можете получить информацию с указанием номера избирательного участка. Твой голос, твое будущее.